свининой. Думаю, многие и забыли, как это может быть вкусно. Пельмени в Омске. Хорошие пельмени – это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени – это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени – это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Хорошие пельмени – это очень-очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва выкладываем великолепный рубленый фарш. Масло, лук.